Познакомьтесь, это наш новый подопечный Джерри. Ему 10-11 месяцев. У него перелом головки бедра. Хозяйка наиграла с щенком, а когда случилась беда, просто отказалась от него. И поломанного щенка привезла ее мать. Сказала, что дочери он не нужен, ей некогда им заниматься. А малыш очень славный, послушный, чистенький и некрупный. Видите, помещается в хозяйственную сумку. Надеюсь, мы скоро найдем ему дом. А пока ему срочно нужна операция. И мы обращаемся к вам за помощью. Все, да ты красавец. Ну а что хотел? Ну, сейчас я все подготовлю, стационарий я вас.